Да, я думаю, нет. Ну, и скорые плохо ездят, и, ну, вообще даже вот всю профессиональную перекрывают, не развернутся нигде, будут пробки, да. И все. Профессиональные там сделали две полосы. Ну, да. И будут тоже делать. И ни выездов, ничего там и даже, ничего не будет, да. Конечно, нужны. Да. Для того, чтобы, ну, для безопасности движения, лучше в трос въехать, чем в лобовую машину и убить человека. Конечно, нужны. На той же обороне, я живу на обороне, не выехать, не заехать из дома, не попасть домой никак. Нарисовали сплошную, вот и все. Сейчас самые везде большие перекрестки-то будут, люди разворачиваться, и будут еще пробки, еще хуже будут, тем более летом. С одной стороны, плюс. С другой стороны, плохо. Вот выезжаешь ты на автобус, ты выезжаешь, заденешь. Старайся дальше вытягивать и поворачивать. Я сам водитель скорой медицинской помощи, и нам, когда на экстренный вызов ехать, мы не можем, мы включаем проблесковые маяки. Но не все водители адекватно себя ведут, не пропускают просто, вот и все. А тут можно было как бы чуть-чуть понедвигаться, и с одной стороны, и с другой, и скорая, и пожарная, и она всегда проедет с мигалками, ну да, вот и все. Пропустим. Категорически не нужны. Так. Недостатки. Ну, во-первых, и объявили, что они... как бы два участка аварийных, это около Ледового и около Тира, вот, и были жертвы, вот, но это вина, в общем, людей, пешеходов, а не водителей, вот, потому что бегают без конца. Ну и развороты, то, что теперь перекроют, водителям придется разворачиваться около Махалина на круговом движении. Там пробки, когда будет дачный сезон, пойдут полноценные пробки, и машины будут стоять до середины города. Это не выход из положения. И то, что натягивают тросы, это положение не исправит. Можно было просто вместо тросов поставить даже камеры, чтобы следили за пешеходами, и за водителями. По крайней мере, в городе два разворота нужно обязательно, чтобы было, а не создавать эту пробку. Где нужны, где не нужны. Вот, допустим, по профессиональной... Там очень проблемы, ну, большие, ну, с этими тросами. Очень большие. Особенно, кто едет с вокзала, ну, в сторону Канатстроя. То есть не повернуть, ну, с оборонки в сторону города не повернуть. Да. То есть это большие проблемы. А вот здесь они вообще нужны? Скорость небольшая. Ну, если честно, ну, говорить, я... Узко? Нет, я не знаю то, что вот здесь вот поставили тросы. Здесь очень много аварий было, кто, ну, выезжал с Бисквита в сторону Яхрома. Угу. И я наблюдал здесь аварии, ну, я видел штуки три, по-моему. То есть все-таки они снижают аварии? Мне кажется, поэтому вот здесь их именно и вот эти тросы и поставили. Ну, я считаю, что они неэффективны именно по городу, потому что вот такие ситуации для скорых, это вообще нам не объехать, ни сирены мне ничего не поможет, только если крылья. А так, ну да, вообще никаких удобств. Ну, я не могу ни объехать, ни переехать, ничего не могу. Встану, вот будет у меня срочный какой-то вызов, я просто буду стоять тупо, пока не проедут машины. А вы уже попадали в такие ситуации, когда нужно было... Ну, единственное, да, бывает, попадал, конечно. Ну, люди стараются, вроде как бы пропускают, но это время, очень много времени теряется на этом. И не все пропускают. Пока вот я один начинает двигаться, потом второй начинает двигаться, и как бы время-то уходит.